Большая ссора в большой коалиции. В новом правительстве Германии первый скандал. Что стало камнем преткновения, знает Татьяна Лагунова. Проработали вместе всего несколько дней, а уже поссорились. Партнеры по правящей немецкой коалиции выясняют отношения. Дискуссию на повышенных тонах спровоцировал новый министр внутренних дел, консерватор Хорст Зеехофер. В интервью одному из изданий политик заявил, ислам не является частью Германии. Дескать, в стране живут много мусульман, но это не повод отказываться от христианских традиций и ценностей. Своему министру ответила лично канцлер. У Ангелы Меркель другое мнение. Наша страна сформировалась под влиянием христианства, но в Германии живут также 4 миллиона мусульман, которые исповедуют свою религию. Эти люди тоже часть Германии, так же, как и их религия, ислам. Не поняли Зеехофера и мусульмане Германии, дескать, подобное заявление – это не что иное, как дискриминация по религиозному признаку. Все это очень грустно. Почему ислам не часть Германии? У нас в Турции много церквей, и мы не говорим, что христианство – это не часть Турции. Мы уважаем другие религии. Это ненормально. Все религии равны. Бог один. Раскритиковали Зеехофера, и все крупные политические партии страны поддержала одна ультраправая альтернатива для Германии. Представители этой политической силы пошутили. Министр внутренних дел цитирует их предвыборную программу. А для баварского консерватора Зеехофера это очень сомнительная похвала. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».